При нас много что построить за 35 лет. Мелиоратор из Мензелинска Ирина Петрова в этом году отмечает сразу два юбилея – всей отрасли и свой профессиональный. За 35 лет работы она участвовала в строительстве десятков плотин, водопроводов, растительных сетей и канализаций. Мы приносим людям возможность воспользоваться чистой нормальной водой, помогаем предпринимателям, ставим дождевые машины. Это все мелиорация. Сейчас в сфере мелиорации в Татарстане работает около 2000 специалистов. Созданы 40 крупных предприятий. На торжественном собрании всех с профессиональным праздником поздравил Ментимер Шаймиев. Он 13 лет возглавлял Министерство мелиорации. Именно в эти годы была создана база орошения земель. Построены более 400 гидротехнических сооружений. Как отметил Ментимер Шаймиев, то, что эта сфера необходима, еще раз подтвердила засуха прошлого года. Еще раз убедились, что не заниматься мелиорацией капитально и во все времена невозможно. Да, это как бы дорогая цена хлеба, питание, но это главное. Хлеб всему голова. Хочется сказать от всей души огромное спасибо. И Рустам Валерьевич, наш президент, просил передать самые теплые пожелания. И я еще раз говорю, мы говорим, Эсбулдрагос, мы можем. Вот так еще дальше взять и показывать хороший результат можем. Гарантированно, потому что это не слова. Ветеранам и лучшим работникам этой отрасли сегодня вручили государственные награды. Говорит же, вот продолжает, понимаете, сын, ты продолжаешь, ты Булдрасов. Сейчас в республике более 800 гидротехнических сооружений, орошается 400 тысяч гектаров земель, где, как отмечают, урожайность в 3-4 раза выше. В этом году мы отмечаем наш общий праздник с чувством особой гордости. Даже в сложных условиях мелиораторы достойно выполняют производственные задачи. Сегодня система мелиорации успешно ведет свою деятельность и устойчиво из года в год развивается, показывая положительные результаты. Сейчас Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе по обеспеченности населения ресурсами речного стока. Мелиораторы Татарстана держат марку. Вот, и работают. И не только, значит, по повышению плодородия земель, особенно по приведению порядок водных объектов, вот, по природопользованию много работает. В Татарстане ежегодно увеличивается финансирование мелиорации. В минувшем году на эти цели по федеральным и республиканским программам выделено более 1 миллиарда рублей. Работает уникальный завод растительной техники, выпускающий современные широкозахватные дождевальные машины «Казан». В текущих условиях, когда импортозамещение является приоритетом, мы рассчитываем, что данное производство будет развиваться более ответственно. Время диктует новые задачи, в их числе сохранение и улучшение мелиоративных фондов, строительство новых и техническое перевооружение имеющихся растительных систем. Как подчеркивают, с развитием мелиорации можно добиться и продовольственной безопасности страны, и расширить экспортные возможности нашего сельского хозяйства. Потенциал российской земли 100 и более миллиона гектаров. Этот потенциал должен работать сполна, и мы должны 500 миллионов населения прокормить, и половина мира от нас должна быть зависима. Вот мелиорация, на что дальние взоры смотрят. Сейчас в республике и стране запущены долгосрочные программы по мелиорации. Это и модернизация гидротехнических сооружений, повышение плодородия почвы и развитие научных исследований. Дмитрий Айрин, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.